Всем привет, ребятки, вы на канале Dota Play, продолжаем играть в игру Мистер Буллет, и у нас игра в пляж. И выбираем, надо этого чувака щелкнуть, да? Нифига! Ох, нифига, а чё ты так стреляешь сильно? Ты чё так кидаешься? Так, давайте еще раз попробуем. На, получай, нет. Так, аккуратненько. Нам нужно вот эту штучку как-то в нее сюда наверх закинуть. О, сложно. А мне это нравится, если сложно. Так, нам нужно... Есть. Есть. На, получай, чувак, гранату. Подарок. Есть. А, готово. Так, дальше идем. Так, как тебе тебя здесь вот щелкнуть? Давай попробуем перевернуть тебя. Вот так. Да, он умер. У нас получилось. Не знаю, умер, не умер, но прошли. Прошли этот уровень. Так, дальше. Гранатку бросаем сюда. Опа! Не знаю, что будет. Нет, не помогло. А куда тебе? Сюда стрельнуть? Я не знаю. Ага. Все, а теперь в этого дядьку. Получай. Готово. Следующий уровень у нас здесь. А, она, видишь, до меня катится. А, как же мне тебя запулить в тебя? На, держи. Давай, слегонца я сейчас закину. Офигеть. Ладно. Надо не так... О, все, щелкнули мы его. Хорошо, дальше идем. Так, он у нас снизу. Так, по идее, несложно будет. Просто бросаем гранатку ему на бошку. Есть! Фантастика, да? Хорошо? Получилось? Отлично, наконец-то. Так, а здесь у нас есть лифт, который... блин-ка. Не попали мы. Опа, давай-давай, подвози. Ой, молодец. А почему только один умер? Ладно, сейчас еще раз попробую. Опа! Так, вози. Есть! И второй. Получилось. Так, а здесь как? Просто бросаем рядышком, взлетит, нет? А, нифига. Так, все равно живой остался. Опля! Че, куда он улетел? Я... Все, я выиграл. Хорошо. Так, ну здесь несложно. Сейчас мы его толкнем, да. Получилось. Потолкнули и щелкнули. Фантастика. Так, а вон, смотри, сколько чуваков. Так, один наверх бросаем. Опа, готово. И внизу они там тоже взорвались. Дальше. Нам нужно подвинуть вот эту штучку. Ой, гранатки-то еще такие странные. Ой, немножко не хватило. Ладно. Еще раз бросаем. Давай. Есть. Все, раздавили мы чувака на пляже. Следующий уровень. Ох, тут много уровней, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай бошку ему. На. Так, а ты что? Давай, чтобы ты упал. На, давай, ладно, мы тебя два раза так... Блин, давай еще раз вот так вот. Бошку ему. Тыщ! Тыщ, тыщ, тыщ. Падай, падай, падай. Ну, он, по идее, разбился. Да. Только нам денег не дали за это, к сожалению. Так, а здесь что у нас? А как нам в эту кнопку попасть? Слушай, нам надо попасть в кнопку, я так понял. А, вон как он прыгнул просто и умер. На, пожалуйста, подарочек тебе. Готово. 20 баксов получили. Хорошо. И открыли мы еще с вами с бандитами, с бандюками будем воевать. Ой, так, попали мы в бандита. Так, вон, смотри, кнопочки. Ох-ох-ох-ох-ох. Есть. Блин, не получилось мне в кнопку-то попасть. Так, и последняя рогатка. Нифига. Еще раз пробуем. Оп, оп, есть. Так, две штуки мы открыли, но по идее она же должна его же уничтожить. Блин, нажал нечаянно. И бомбочка взорвалась. Поэтому мы ее переиграем. Переиграем. Потому что у меня хорошо все получалось изначально. Оп. Нифига, 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 вонючка.
Не долетела. Я вообще не могу пройти этот уровень, что ли? Серьезно? Так, пробуем. Нет. Есть. И еще такой ударчик делаем. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Хотя бы что-то заработаем. Долларов 10, я думаю, мы заработали. Да, десяточка наша. Так, вот чуваки сидят. Давайте бросим им гранатку. Нифига. Нифига. Как же тогда поступить? А ну-ка, с этого останавливай. Она не долетает. Реально не долетает. О, долетела. Есть. Хорошо, что хоть двоих она сразу щелкнула, а не одного. Так, а здесь что у нас? Ага. Так, мне нужно на кнопку нажать, правильно? Есть. И этого щелкаем. Щелкаем, этот прыгает, убивает и взрывает. И мы побеждаем. 30 баксов. Что весьма хорошо. Так, а здесь что сделать? Надо сюда, может, бросить гранатку, не знаю, что будет. Ну он еще живой, да? Ладно. На, гранаточку тебе, дружок. Подарочек. Все. Щелкнули мы его. Так, а здесь надо попасть как-то сюда. Давайте попробуем. А, мимо. Мимо. О, попали, попали, первый раз. Есть. 10 баксов. Спасибо. Так, а что ж, как куда стрельнуть-то, а? Ну, давай наверх попробуем. Опа! О, улетела наша, этот самый. Ух, нифига она как отлетает. А если вот сюда поближе сделать? И последнюю? Нет. Это надо как-то по-другому делать. Слегонца сейчас бросим одну, вторую, три. Нет, она, смотри, абсолютно ничего не делает ему. Просто дядька так прилег и все. Нет, давайте еще раз сделаем по-другому. Наводим на кирпичик. Нифига, наводим до кирпичика. А, да. Раз. Два. Три. Четыре. Да нифига, она стоит как этот, как мамонт. Ладно, давайте на окошко наведемся. Нет, надо повыше, на вот это вот окошко. О, улетела далеко. О! Есть! Давай, щелкнули мы его, наконец-то. Наконец-то у нас это получилось, ребятушки. Так, 30 баксов заработали. Так, а здесь как у вас щелкнуть? Давай попробуем так. Оп, нифига. Еще раз. Опля, нифига. Вот так попробуем сейчас. О, да, завертелась. Завертелась, завертелась вертушечка. Опа, пожалуйста, подарок. Один готов, теперь второй. Да, есть. Двоих мы щелкнули, 20 баксов. 20 баксов заработали. Так, следующий чувак у нас стоит. Надо как-то с одного раза, да, попасть? Ну, попробуем сейчас. О, нет. Оно отлетает. О, нифига. О, получилось. Неизвестно, с какого раза. 10 долларов только. Так, смотри, ну, какой-то колби, знаешь, такой стоит. Надо его туда попасть. Нифига. Не получается. Есть. Почему только у нас с третьего раза все получается? Нам за это мало денег еще дают. Так, это какая то же самое. Мы сейчас сюда же щелкнем. Попробуем. О, да, с первого раза получилось. Опля. Ножницы такие, ножницы смерти. Так, 30 долларов. Так, как же мне теперь попробовать вот так бросить? А, нет, мимо. Так, это я возле себя бросил, не получилось. Давайте чуть-чуть. Нет! А как же мне? Подожди, очень интересный уровень. Нифига. Да, не получается так, конечно, чтобы прям на него упало. Нет, давай вот так, на вытянутой руке. Вот так вот, на вытянутой руке. Опа! Получилось! Получилось, ребята. И мы открыли Warfest. Warfest. Какой-то новый уровень. Ага. Так, освободили место. Теперь этого надо щелкнуть. Есть!
Отлично, мистер Буллет, красавчик. Фантастика. Ох, какой дырочка, надо сюда... Ох ты, что-то... Нет, давай это не так сильно. Алло. Вот, слегонца. Хорошо, отлично. Нифига не успевает бомбочка взорваться. А как тогда? Что-то не понял. Что-то я не понял. Так, слишком быстро. Так, вообще не получилось. Давай. Есть, наконец-то, ребятушки, мы смогли его уничтожить. Так, следующий, какой интересный чувак. А, ну здесь эту надо, получается, как она называется, бочку эту взорвать. Все, кончились. Давайте еще раз. Опа, не долетела. Во, давай, взорвись. Есть. И чувак сейчас упадет и разобьется. На тебе. 20 баксов мы с вами, ребятушки, заработали. Ну что ж, если понравился ролик, будем заканчивать серию. Ставь лайк, подписывайся на канал обязательно, чтобы не пропустить новые ролики. И обязательно поставь лайк этому видео, чтобы набрать нам 10 тысяч лайков. Ну, я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.